Наша книжка готова. Здесь на обложке пальма. На пальме уже начинается шнуровка. Можно вот так вот развязать, все достать, снова зашнуровать, завязать на бантик. Так, здесь вот такие колечки с бусинками. Они двигаются, все странички перебираются. Еще малыш может перебирать ручками бусинки. Здесь начинается сказка, а здесь девочка смотрит в окно. Здесь шнуровок никаких нет, зато здесь много разных фактур. Пуговицы самодельные и вот. Дальше на следующей страничке тоже с этой стороны сказка. А с этой стороны корабль. На корабле шнуровка. Такая. Можно все достать. Все зашнуровать. Тоже потрогать, покрутить пуговички. Учиться завязывать узелочки. Все разнофактурное. Дальше здесь опять же сказка. А здесь у нас солнышко, лепесточки пришиты не до конца. Их можно все потрогать, пощупать. Здесь зашнуровывается лошадка. Да, лошадка превращается в зебру. Дальше. Здесь у нас пуговички, сердечки летают под подсолнухом. Девочка поливает из леечки цветок. И здесь опять же шнуровка. Развязывается бантик, все достается. Завязываем. И учимся завязывать бантики. Вот так. Дальше. Здесь не просто шнуровка, здесь можно поучиться управляться с иголкой, пошить. Вот так вот у нас сшиваются лепесточки. Мы нанизываем их. Вот так. И получается вот такой вот чудесный цветочек. Вот. Конец.